Всем привет, с вами Жабокрок JK, и мы продолжаем проходить Watch Dogs. Итак, мы остановились на том, что предотвратили одно преступление. Сейчас мы возьмем немного деньжат и пойдем выполнять сюжетную миссию. Она, я помню, должна быть где-то близко. Мы остановились прям недалеко от нее. Берем машину и погнали. Вон в бардачке лежал нестабильный химикат. Значит, мы гранаток потом наделаем. Стоп. Вот миссия, а это не пицца. Вот такое у нее веселое название. Сейчас мы... Ой-ой-ой. Мост раздвинем. И теперь можно идти. Да, моя душенька довольна. В общем, погнали. А это не пицца. Где он? С Джорди вечно проблемы. Но выбора нет. В другой жизни я бы за ним гонялся. Или он за мной. Если он говорит, у нас проблемы, можно спокойно умножать на 10. Этот свидетель ни в коем случае не должен меня опознать. Ладно, пошли на встречу с Джорди. Вот оно то здание, в котором у нас была назначена встреча. И мы поднимаемся наверх. Что у нас тут? Салют. Вот, блин. Джорди, кто это? Да, они тут живут. Ты чего? Ну, в этих домах система безопасности просто блеск, и все решили, что можно расслабиться. Они закрылись только на цепочку, типа, чтобы как следует присмотреться к разносчику пиццы, например. Ага, понял, ясно. Насчет проблемы. Я и захватил болторез. Хозяин приоткрывает дверь, я просовываю девайс и хрясь. Прикиньте, а это не пицца. Джорди, проблема. Вспомни. Помню я, помню. Мы сейчас примерно на полпути, Пирс. Неужели не ценишь, что я для тебя делаю? Не замечаешь... моей заботы, нет? Да ну. Да. Слушай, давай уже к сути. Что со временем? Его мало. Да, помнишь того мертвяка из раздевалки? Так вот он выжил. Его упрятали в чикагскую тюрягу, и если он там попадет на допрос, угадай, кого он сдаст? Как выжил-то? Всякое бывает. Глянь туда. Видишь? С утра звонили. Кто-то готов заплатить, чтобы разговорить нашего друга. И, кстати говоря, главарь среди них. Судя по всему, нам стоит поболтать. Ага, только не перестарайся, пожалуйста. Бедный Морис в тот раз обмочил штанишки. О методах не волнуйся. А ты справишься? Двигай туда, а я прикрою. И не надо убивать босса, он тебе типа нужен. Точно? Действуем быстро, лады. А то от этих писков-визгов у меня башка заболит. Будешь, милый, меня чаем с ромашкой отпаивать, иначе никак. Да и мне кота за яйца тянуть неохота. Ну кто ж тебя знает? Научился читать мысли? Да не то чтобы умел. Зачем нанимать устранителей? Кого они ищут? Тебя. Достал ты всех со своим мстителем. Сейчас устроят в тюрьме бучу и доберутся до нужного свидетеля. Хотя всполошились они не на шутку, это да. Знают, что я вмешаюсь. Слушай, свидетель видел меня в лицо. Если устранители поймут, кто я такой, станут угрожать семье. Ой, Мося. Это твоя семья, Пирс? Пойми, такое слабое место грех не использовать. Я за тобой с платочком бегать не буду. Ладно, погнали. Что это было? Окей, значит, Джорди застреливает у нас этих ребят. Значит, нужно ему помочь. Надо как-то их подвести к месту, где Джорди их сможет вырубить. И если не получится, уже придется вырубать самим. Значит, сначала мы будем пробовать подводить их к Джорди. Потом, если что не получится,
использовать будем окружающую среду. Ну и в крайнем случае пойдем сами всех перестреляем. Ну что, Джорди, давай, застрели его, он вроде бы в доступном месте. Ладно, давайте зайдем сами и будем смотреть, что здесь можно сделать. Допросите босса устранителей. Ладно, но сначала нужно устранить самих устранителей, извините за тавтологию. Сейчас мы этим и будем заниматься. Ладно, ладно. Потихоньку проходим, он вроде бы нас не заметил. Вообще, давайте его вырубим как-нибудь. Ну чё, Джорди, сейчас я буду использовать все эти погрузчики и подъемники. А ты давай застрели его. Ну же, он отвлекся, давай, стреляй. А можно как-то приказать ему выстрелить, или он сам это делает по доброй воле? Ну, что такое, я уже не знаю, что делать. Он, охранник, будет что-нибудь, не знаю, предпринимать, не знаю, подходить, удивляться, что это вообще такое, почему все шевелится, работает, включается. Так... Я вижу, дела совсем плохи. Ну что, Джорди, еще раз пробуем. А хотя, ладно, не буду его трогать. Сам обезврежу. Бам. Готов. Что ж, теперь мы... Ой-ой-ой, нет. Теперь мы поднимемся наверх. Хотя там тоже, наверное, опасно. Блин, я не знаю, что сделать. Вот камера. Мы здесь спрячемся. Блин, погрузчик. Спрячемся где-нибудь здесь. И будем... Все делать через камеру. Блин, где бы спрятаться-то, чтобы воспользоваться камерой? Вот, отличное место. Окей, погнали дальше вырубать охранников. Переключаемся к этой камере. И используем погрузчик, чтобы отвлечь охранника и взорвать. Все, блин, блэкаут. В последний момент заметил, думаю, что вообще за фигня, а это блэкаут. Ну ладно, подождем немного. Как раз в тени можно незаметно некоторых охранников и вырубить. Ой, сейчас закончится, блин. Закончилось время действия блэкаута, где там камера? Черт, где камера? А до той я не дотянусь, да? Сейчас придется чуть-чуть пройти, ай-яй-яй. Главное, чтобы не заметили, иначе будет плохо. Аккуратно-аккуратно бежим. Теперь давайте все-таки поднимемся наверх. Сейчас еще раз посмотрю. Да-да-да, там охранник стоит. Все, мы поднимаемся наверх. Вот здесь мы прячемся. И переключаемся на камеру. О, можно вот еще что взорвать. Надо, значит, кого-то сюда... Блин, не то взорвал. Сюда надо кого-нибудь подозвать. Я даже не знаю, что делать. О, вон можно взорвать. Бабах. Блин, он так отлетел. Весело. Он, кажется, что-то заметил. Вон тут охранник. Что-то он в укрытие сел. Странный какой-то. Ну что, это все получается? Он один остался? В таком случае я не поленюсь встать и... Не знаю, обезвредить его, что ли? Сейчас мы еще немного полазим. Вот кран. Да хотя там взрывать-то больше нечего. А, во-во-во, вижу. Сейчас погрузчик уже подойди поближе. Блин, не получилось. Черт. Обидно. Блин, это что я вообще сделал? Почему он так отлетел? Блин, веселая миссия очень. Просто класс. Супер. Вот у нас кран. И что мы будем делать? Я его отодвину сейчас. И нужно придумать, что же... Ой-ой-ой. Что же сделать с этим чуваком? У меня, в принципе, есть идея. Сейчас мы спустимся и обезвредим его. Но нам нужно укрытие. Опа, блэкаут, отлично. Используем-ка мы блэкаут. Блин. В последний момент подумал, зачем я последний блэкаут трачу на одного врага. Я идиот. Хотя там еще один был. В общем, блэкаут организовал нам укрытие. Ладно, потом еще сделаем.
готово. Погодь, погодь. Нет. Кто крысятничает в тюрьме? Что? Мы не понимаем, о чем ты. Лэнс Бреннер. Как детишки? Ты что творишь? Как семья, спрашиваю. Судя по всему, мы ведем двойную жизнь. Семьянин. Детям скоро в колледж. Потянешь ли, член профсоюза? Пошел ты. Но есть и другая жизнь. Тайные счета с хреновой кучей бабок. А. Слушай, ты вообще в курсе, сколько всего на тебе глухарей висит? Копы ждут, не дождутся. Так, погоди. Тебе бабок нужно. Дам сколько хочешь. Время идет. Ладно, ладно. Черт. Насчет тюрьмы. Звать Анжело Туччи, начальник охраны. Но поздно его не найти. Он ни на что. Явно родные тут есть. При чем тут его семья? Ты совсем рехнулся, что ли? С чего бы начать? Что-то я вообще не понял, кто это. Это босс, что ли, вот этот? Очнись, Пирс, устранители. Что там? Киндерхук, помнишь? А за нами-то приехали. Сейчас будем удирать от них. Погнали. О, блин, я ж его знаю. Ты о ком? Ну, хрен запомнишь, как его звать. Короче, ужасный. Тули Толсон. Дружок твой? Родной брат, блин. Данкан или на «П»? Ясно. Если его не знаю. Ладно. Все равно труп. Нам еще приз какой-то дали. Серебряные закладки. А, закладки. Я смотрел. Там нужно было 100 противников отметить. Легких путей мы не выбираем, да? Как всегда. Пошевеливайся давай. Я здесь разберусь. Дуглас. Че? Его имя Дуглас. Завалил? Имени же не помню. А ведь нормальный чувак был. Байки вечно травил. Как я теперь засыпать буду? Ты можешь сосредоточиться на деле, эгоист. Как там говорится, себя не полюбишь, никто не полюбит. Блин, как же меня задрал этот вертолет. Опять его вырубаем на некоторое время, на 15 или на 20 секунд, не помню. И теперь быстро, очень быстро садимся в катер. Все, давай, Эйден, гони. Гони как ветер. Кстати, на катерах мы еще не катались. Ну вот как раз и покатаемся. Так, у нас очень уже давно написано «Скройтесь или убейте устранителей». Сами понимаете, я решил удрать. Потому что их там куча просто. Это беспредел с ними сражаться со всеми. Еще вертолет. Ну все, вот мы и прошли миссию. Теперь нам нужно найти какой-нибудь причал. И наконец-то выбраться на сушу. Вот как раз причал. И мы сейчас выйдем наконец-то из воды. Привет. Ты куда пропал? Нашел того парня? Да, там такое дело. Слушай, найдешь еще кое-кого? Диктую имя. Хелена Туччи. Родня того, за кем я гоняюсь. Она живет в Чикаго? Да, ее адрес не помешает. Нашла. Ого, фига себе у нее цифровой след. Так, сегодня утром она постила про встречу возле Уиллис Тауэр. Ясно. Позвоню, как доберусь. Будь на связи. Утром она постила. Много времени уже прошло. Прикольно, если она до сих пор там торчит. Блин, меня вот это вот уведомление. Доступ запрещен. Используйте профайлер, чтобы найти и взломать щитки CTOS. Как же он меня достал? Чё он не убирается? Тут у нас еще преступление. Оно очень близко. Прямо рядом с миссией. Ну давайте тогда выполним. Чё, не расклеимся. Гляди в оба, Пирс. Он где-то близко.
В таком людном месте и преступление даже не верится. Я думал, мы сейчас опять в какой-нибудь темный переулок пойдем. Странно. Вот он, наш преступник, подходит и сейчас что-то будет делать. Либо угрожать, либо орать, либо еще что-нибудь. В общем, просто сидим, ждем момент и так далее. Не надо! Что ж ты творишь-то, баран? Блин! Он его убил уже. Не успели мы чуть-чуть. Да тьфу! Надо было раньше бежать. Обидно, очень обидно. Но репутация все равно улучшилась. Побежали тогда к миссии и остановимся. О, очко навыка у нас. Что там с навыками? А, все равно купить ничего не можем. В общем, продолжим в следующей части. С вами был Жабокрок JK. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось. Пишите комментарии. Всем пока.